осталось 4 дня. 4. Вчера 4 было. 3 дня. Ну так хорошо. В среду уже в Хошимин летим. Тут хорошо, тепло. В Москве, говорят, зима продолжается. Почему-то в марте зима, 4 месяц случился. Мы надеялись, что мы приедем, будет тепло, но что-то вообще. Хотела рассказать про солнцезащитный крем для маленьких детей. Мы купили. Он маленький тюбик, и там написано для полугодовалых детей. В общем, мои наблюдения какие? Я когда ему помазала один раз тело и лицо, у него, в общем, сопли потекли, и я решила его не мазать. С 11 до 4, чтобы солнце не попадало на кожу, мы одевали рубашечки, там какие-то штанишки закрытые. Вот и все. А получается, мазать нет смысла, потому что, ну, у меня очень чувствительный ребенок, но это вообще все дети, в принципе, чувствительные. Вот. И вот он наглядно показал, что там что-то состав вообще такой, что лучше не наносить его на кожу. Федя краба ищет. Норку нашел большую и пытается поймать его там. Чудесное утро сегодня. Ребята идут купаться. Вообще, блин, один отсюда вон туда убежал к дороге, блин. Да, и сын ржет, у нас очень ловлю, смелый. Ржет, так удовольствие. Сын у нас растет очень смелый. Да, сын? Прозрачная вода. Вон она. Шапка. Шапка, ловите, ловите шапку. Надо одеть на него. Ну что, пойдемте спать нам пора. Кажется. Вот так, веселье. Мотай шапку. Мотай. Оп, молодец. Давай, давай, молодец. Пойдем домой. Он камень какой-то нашел. Камень? Да. А я, кстати, сплавала сегодня с утра. Сначала вода оказалась холодной, но потом привыкла. А потому что вечером она, обычно я вечером купалась, а вечером она вообще как из-под крана, градусов 40, наверное. Какая горячая. Да, сейчас теплее вода стала. Вещи наши оставили. Сейчас мы раз еще это хозяйство возьмем и пойдем.